Такая самая настоящая вечеринка прошла во дворе дома 11 на улице Институтской. Это 8-я новогодняя елка, которую организовал депутат Совета депутатов Пушкинского округа Александр Чижик. Сначала ребята играли в компании Лунтика и Мишки, а позже к ним присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, мои хорошие девочки и мальчики! Здравствуйте! Второму Деду Морозу в мире, который я вчера обрадовался. Только я несколько дней назад точно такого же видел. Неужели? И какой тебе больше понравился? Этот. А почему? Борода нормально висит. Вот сейчас я ваши ладошки как заморожу, все ладошки. Где тут ладошки? Пойдем, давайте их сюда. А, не получилось. Очень понравился. А что больше всего понравилось? Ну, само мероприятие в целом. Интересно, весело. Для детей, да, думаю, тоже понравилось всем детям. То есть, даже вот маленькая танцевала, и то понравилось. Мое впечатление, что елки однозначно нужны во дворах. Посмотрите, сколько. Более 50 детей здесь находится. И подходят родители, говорят, спасибо, говорит, огромное, что провели. Потому что очень много елок в помещениях отменено. Ну, а детям же нужна радость. Давайте дарить детям радость. По традиции завершилось мероприятие вручением сладких подарков и общей фотографией. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.